Здравствуйте, друзья. Я сегодня не в лучшей форме. Простуда какая-то на губах. Оса еще, ну что такое? Что за съемки? Друзья, простите. Здравствуйте, друзья. Дубль 2. Сегодня тут пройдемся по строечке, покажем, что у нас тут. Бубка вон загорает на последнем сентябрьском солнышке. Сегодня ночью уже был мороз. У них в миске вода оставшаяся. А, льдом покрылась. Так что все, чувствую это. Жаркой осени нам не видать, теплой. Вот, все. Всем приятного просмотра. Все вообще простуды на лицо, так сказать. Осенних холодов. Бычка, бычка, что? Что скажете? Любопытная Варвара. Вольерчик почти доделал. На следующей неделе уже привезем Чунечку. Это домик готовится. И вон здесь хорошо. Тут надо качельки, какие-то коряги, бревна повесить. Идите, ваш вольер. Она все думает, как бы на крышу вольера залезть. Какая вообще. О, видели? Вот так отсюда-то неудобно спрыгивать, да? Ой, кошка. Картошка. Так, ладно. Проверили, что не сильно удобно. Заходи сюда, проверь. Ну, Буся, ты не запрыгнешь. Хочется вот туда. На крышу хочет забраться. Какая вообще. Ой, надо на крышу. Надо на крышу срочно вообще. Срочно, да? Очень надо. Тебе зачем туда надо? В общем, эти вот деревья мы еще закроем так, чтобы она не смогла забираться наверх. Иди зайди, проверь. Скажу, ой, страшно. Страшно. Вот. Так все медленно строится. Ну, точнее, не так, как я ожидала быстро. Я думала, за месяц в мае, там, за полтора, уложат брусчатку. И все. За 2 недели июня оставшиеся мы построим вольер Чуню, и в июле уже его перевезем. Он все лето будет здесь жить. Ну нет, вот вы представляете. Сейчас что, сентябрь? Уже скоро конец. И еще до сих пор не достроили. Короче, строить планы на стройку и на скорость этой стройки, это, конечно, опрометчиво, я поняла. Все, когти не наточится. Кто будет переживать за дерево, это вот, смотрите, только эта верхняя кора, об которую звери точат когти. Она вообще защищает саму нутро дерева, саму эту древесину. Так что ничего страшного с деревом не произойдет. Не переживайте. Вон деловые. Сейчас в дом пойдем. Сегодня обзорная экскурсия будет. Так, что мы успели с домом сделать? Вот весь его сделали за лето. Кое-какие окна поставили. Надеюсь, уже окна до конца сентября ставят все. Окна привезли еще 3 августа. И вот все что-то. Что-то там у мастеров не получалось. Хотя классная погода стояла в августе. Сейчас они жалуются, что дождь мешает. В общем, так. Все как всегда, не по плану, но надеюсь, получится нормально. Вон уже окошки разъезжаются по своим этажам. Приезжали электрики, решили все по электричеству, что как. В общем, работа еще. Работать и работать.
Хотелось бы в этом году успеть закончить основную часть работ с домом. Ну, как получится. Инспектирует все. Что там, Бубочка? Как? Как дела? Не быстро все движется, не быстро. Да, специально для тебя делали эти балки, чтобы ты тут лазила. А что придумала-то? Спускай, да спускайся, не буду. Ой, лапша Ивановна. Тебя работать на стройку устроим бригадиром. Будешь ходить, всем командовать и все проверять. Как тебе такой план? Эй, проверяльщик где-то скрывается постоянно. Коробочки, конечно. На коробочке на улицу писать, чем удобнее. Коробочки гигантские из-под окон. Ладно, потихонечку что-то движется. О, любят люди, содержащие рептилий, кошек и птиц. Коряги красивые. Пришли на охоту. Нашли тут красоту. Сейчас будем отпиливать и волочь домой. Не даю Вовочке скучать. Может быть, поэтому он и посидел рано. Красота. Вовочка, рога оленя нашел. Класс, красота. Сейчас где-то гуляет дикий морал без рогов, вот таким размером. Сейчас будем подстригать эту корягу. Вот, коряжечки установили. Ну, точнее, еще не доустановили сегодня. Закопают. И крышу сделают. И там полочки. Все, красота. И я надеюсь, уже в субботу Савентий переедет. Хоть месяцок на улице до зимовки поживет. Какие сегодня хорошие... Какой хороший день сегодня просто. Жара. Жалко, что ненадолго. На недельку всего. Вот такой сентябрь мы ожидали. Сентябрь маминой подруги. Как говорится. Еще качельки повешаем. И пни принесем. Все, и будет красота. И следующий год весь чуть наконец-то уже будет жить со мной. Вот так. Валерище, здоровый, красивый.